Всем братьям, всем коллегам, всем пацанам. Мы выехали из границы, заставили нас выезжать, мы выехали. До сих пор. Как заставили? Чтобы вы отсюда должны уехать, потому что граница будет большая проблема. ОМОН вас заставил? Ну, все сопровождающие, кто нас сопровождал. Гражданство тоже. Теперь мы здесь ждем, пока эта проблема не решит. Как решит, тогда поедем. Хоть месяц будем здесь стоять. Все. Без проблем. Давай. Это называется стоять. Все, брат, это надо будет. WhatsApp все отправляют. Да, мой номер есть. Если легковая машина, надо будет. Я тебе помогу. Весь Россия, весь родители, весь водители, дальнобойщики. Все, мы просим извинения, потому что нас, ребята там оттуда сказали, что если вы третий не было, давайте уезжайте отсюда. И заставили нас оттуда уехать. И нам говорят, что, ребята, вы другие гражданства, вы не имеете права здесь стоять, голосовать, туда-сюда, так далее, так далее. Понимаете? Поэтому мы вынуждены были отсюда выехать. Мы теперь уже поняли, что такое, за это заехали сюда и будем ждать вашего звонка. Все, будем ждать. Когда скажете, тогда поедем. Давай, все.